Ну вообще там тебя-то не обвиняют, ничего, ни в чем. Да ладно, а я-то при чем? Это наших придурков-командиров надо обвинять. Дебилы. Наверное, смерть отправили, козлы. Почему? Ну, у вас, говорит, минометы будут наши прикрывать, танк будет прикрывать, АГС. В итоге ни одного выстрела миномета. Вася начал координаты скидывать, а минометчики сказали, мы меняем позицию другую. И переезжать стали, нахер. Танка тоже не было, АГС, я отхожу, когда стрельба началась, и бросил АГС и убежал. И вот мы начали отходить, засели, я только высели, я говорю, я слышу над нами прям квадрокоптер завис, и тут слышу ракета. Я встал, меня оглушило, я не пойму, впереди меня Миша лежит, орёт, да я как резанный. Я к нему подхожу, слово тебе, а он ногу показывает, а у него дверь пошвырвала нахер с тобой. Рядом медик немец, я немец перематываю, говорю его. Назад оборачиваюсь, пар идет, дым. Я думаю, это ну от ракеты. Потом смотрю, ага, кишки нахер одни валяются. А она прям в Макса прилетела, я подхожу. Одна голова и одна рука осталась только от него. Эвакуации, как всегда, за 2 километра от нас. Вот. А, ну вы сами не тащили, да, их? Да. Мишка-то сам доканделял. А корявых слез они не поняли, что их ранило. Они только уже здесь и на позиции. Корявый меня, походу, ранил. Я куда? В жопу. Я говорю, снимай штаны. Он штаны снимает, он кусок. Нет, ну а что ж их не накажут, вот этих, кто не послал-то вот помощь-то вот? Что за это? Ты что думаешь, что? Накажут? Им еще медали за это дадут. Да ты что? Тут, знаешь, как списывают? Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек отделение наших сидело. Ой. 7 насмерть, 8 300-х. Списали, типа хохлы подорвали.